Спасибо, что досмотрели видео, мои дорогие подписчики. Да, кстати, где-то здесь, в углу, сзади, спереди, появится небольшая фотография моего Макса. Так что не пугайтесь. Не думайте, что это черт. Это всего лишь мой пес Макс. Его так зовут. Ну, кличка. А теперь, мои дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Вот так вот решил. Может быть, я добавлю. Если честно, я не знаю, добавлю ли я его сюда или нет. Я не знаю. Поэтому все. Вы, наверное, слышите по моему голосу, что я запыхался. Но это не важно.